Давай. Ты знаешь, что очень здорово сделано? Что здесь можно куплет красиво идет, смотри, смотри, Вань. Вань, Ваня. Смотри, идет с перебором. Слушай, давай текст надо. Где текст? Выдернем. Да, выдернем с 20-го. Надо будет, мы их снимем отдельно, а потом к вам прикрепим. Вот так вот. Здравствуйте. А крылышки все симпатичные. Я вниз, еще вниз поднимаю людей, пока убираю сходу. Тест на фотосессии. Мы будем сняться на фоне, на фонах, потом вас из этих фонов будут вырезать, и там... Да, но все нам все равно. Вы знаете, что этот человек лучше всех, ну как в этой стране, лучший художник этого, понимаете? Владимир Клавин. Мы работали, да, вместе как-то, я помню. Мы очень сильно ругались. Ну, как? Не только не со мной, между собой. Звезд, таковы прихоти звезд, понимаешь? Нет. Вы знаете, что там не видно будет, правильно? Ну да. А вы что, в свитере будете? Нет. Может, уже одеть что-то? Можно, а ты? Я же не старый. Ну, я вас не но это не столь важно. Меня Лен зовут, может, на то. Мишка, да. Ой, не забор. Просто белая есть такая, от всяких рисунков. На мне белая, вот так вот, всяких рисунков. Да? А я в своей тогда останусь, что она тоже белая. Да, только с этим, с горлышком чуть-чуть, все. Ну, штаны оденем, ну, нормально будет все. Не, нам чем проще, тем лучше. Это правда простая вещь. Знаешь как? Нет, это знаешь, чем хуже, тем лучше. Вот отдельно крылья пока не снимать. Мы можем отдельно, нам не крылья снять. Ну, чего? Можем на ком-нибудь крылья снять, а потом ребятам подставить. Ну, на ком не вытащить. Ой, нет, только не отдирайся. Нет, я варечку не буду. Ай, ну просила же варечку не отдирать. Бабаки, знаешь, такой желтый. Дума, блядь, дума. Дума. Нет, это, если одно место на месте, то вот здесь вот, здрасте, приехали. Это что вообще? Давай, кстати. Ну, блин, эти желтые полоски, что-то они вот напрягают, с ливанцом. Проба крылья-то посмотрим. Да не, не тебе. Я не знаю, почему как-то белое, как-то
какие-нибудь джинсы есть? Нет. Стой. Здесь всего белого, то может быть. Хотя же проще вот всякие джинсы, вот что-то вот такое. Это должно быть, да? Или может быть должно? Они вообще должны быть выше, конечно. Нет, да, это... Прекрасно. А слайды будут всего. Вы одеты? Давайте тогда сходите. Ну, сейчас Юля оденется. Юля, я думаю, не собирается делать. Ну, давайте петь, Юля, давайте сходите. Ну, без Юли, как я буду. Ну, по очереди. Уверена, что я буду сниматься? В такой полной уверенности. Да, сложный я человек. Не раз мне это говорили. Ты что, мальчик? А я что, вам девочка? Нет, ну что, у тебя тут столько людей. Смотри. Я вам девочка. Тебе. Ты на ты, я тоже. Ну, что? Ну, или что? Это как ты решишь. Ну, только переодевайся и сходи. Фотограф. Что, смешно? Мне очень смешно. Такой вот раз. Тратить день на двух кусок? На одного большого. Поехали, народ. Поехали. Что тут я буду сидеть ради за одного? Ну нахуй это надо. Ну не придется. Давай, переодевайся и поехали. Звезда, блин, тоже мне. Знаете, мне кажется, все-таки... Все, не надо мне ничего говорить. И не надо даже меня успокаивать ничем. Пусть она учится вести. Быть прежде еще человеком, а не говном. Звездой себя восстановить он ничем нас не удивляет. Есть круче, чем он, намного. Которые настоящие люди, а не так, как он себя ведет. Параша. Мне кажется, что просто, знаете, когда корона давит на уши... Ну, это же клоны, это же дети, их берут с улицы, что-то с ними делают такое. Вот эти высоты мало кто выдерживает, а уж ребенок-то точно не так. Нет, ну что, человек считает себя звездой, не будем ему мешать просто. Вот, и как бы, если он хочет так разговаривать, вот пусть так и разговаривает с кем-нибудь другим. Мы так хотим, да. Так мы? Нет, мы просто, я, например, никогда не позволяю так с собой разговаривать, никому. У меня даже мама и папа не могут так сказать мне, хотя они имеют там на это намного больше прав, чем какой-то посторонний человек. Я не уверена, что людям было интересно позавчера. Ну ладно, вчера там «Анатомия тату» фильм. А позавчера вот это вот, то, что вот я тебе говорю, я сидела, слушала, как он разговаривает там по поводу Горького, там что-то они с Бобзой какие-то вот. Я не понимаю, ну людям-то что? Людям интересно то, что он с Бобзой решает какие-то вопросы. Они этого Бобзу знать не знают. И этого там, кто с кем он разговаривает там по поводу Горького и Достоевского. Ну кому это интересно, Виталик, смотреть? Конечно. Все, кто у нас вот смотрит, на и знакомые, рады, все говорят, какой ужас, он никому не нравится. Какой же нам, вот после этого фильма, у меня из Ленинграда сестра, как же нам не понравился Шаповалов, как же он нам не понравился, как Леночка работает с таким человеком, просто отвратительный. Ну, в итоге что получается? Пришел Ваня, который, блин, сказал без меня не делать, и что он делает, этот Ваня? Поскольку я с ним уже очень много лет работаю, я вижу, как это все поэтапно, все хуже и хуже, хуже. Вот я, конечно, разочарована, на самом деле, как бы, вот в том, что... Планировалось так же одно, там все, и получается так, что там, блин, Ваня всем руководит,
И мы там вообще просто никто. Знаешь, я туда прихожу, я себя не чувствую, например, артисткой. Я чувствую вот артиста, вот как бы, ну, я не могу сказать, мало больших театров, это Ваня Шпалов, знаешь. Я вот на него смотрю, у меня такое ощущение, что звезда он, знаешь. Который там, я сам знаю, это так, это сяк, это вот не так, это вот, знаешь, вот с людьми так разговаривать. Я вот чувствую, что Ваня там, вот, знаешь, крышу снесло. Но ситуация уже перешла все пределы. Просто есть определенная грань, за которую сейчас уже зашли. И поэтому уже, понимаешь, уже выбор-то небольшой. Так он, считай, сам нам не дает ни с кем общаться, понимаешь? Считай, он сам, он как бы делает, он сам к себе, под себя сразу раз и все, а мы сидим как эти. Он говорит, а что вы, вот вы сказали, что вы будете появляться, артистов приглашать? А что нам их приглашать, если Ваня их сразу отзывает, сидит с ней и говорит, артисты сидят охуевают. Им уже после Вани мы не нужны, они уже сидят, знаешь, они уже смотрят, ну, неужели девочки такие же, как Ваня, знаешь? Они потом уже больше не придут, понимаешь, они наверняка думают, что если такой продюсер, то такие артисты, знаешь, они же вместе думают, как это работает, наверное, девочки там тоже, понимаешь? Ну, это как бы, не знаю, конечно. Следующий этап будет уже без нас. Психбольница у него. Причем здесь мы? Тогда раскручивай себя, при чем здесь мы? Да зачем ты, почему ты нас винишь в том, что мы туда не приходим, что все из-за нас? Все из-за тебя, все только из-за него, понимаешь? Я его уважаю как человека за то, что он сделал, понимаешь? Потому, ну, не каждый смог бы это сделать. Но я не уважаю то, что сейчас с ним происходит. Я в нем разочаровалась. Как в человеке, как в личности. Но я уверена, что сейчас, например, Ваня парится. Еще как парится, что у него ничего не получается. Второй альбом не готов. Вот я говорю, Вань, второй альбом готов? Да, где? Нет, он не показывает его. Я говорю, покажи, где второй альбом. Я говорю, готов, песни, музыку, да, все готово. Потом он тут же говорит, вот сейчас фанаты письмо, идите все выбирайте песню. Ты же слышал последнюю фишку. Ну где альбом готов? Реально записать альбом за 2 недели, когда есть материал. Записать альбом 2 недели. Если вот просто приезжать и записывать песни, конкретно вот ставишь себе цель. Вот сегодня мы поем такую-то песню. Завтра мы там поем вот эту песню. Послезавтра там что-то в той не получилось, еще вот это, вот тут вот допеть, начать новую. И так это все пишется ровно за 2 недели. Это вот как бы может произойти так. И он сам, я же вижу, что он нервничает сам, понимаешь, он нервничает, потому что он понимает, что он не запишет до марта второй альбом, он это знает, понимаешь, но он себя ведет утвердительно, понимаешь, он себя вот опять же таки, он этого не показывает, и все люди как бы опять, знаешь, все вот так вот на него, ну да, все, успеем, да, он сказал, значит, успеем, все, он знает, ему лучше знать, ни хрена он не знает, знаешь, он себе еще сам сидит и сомневается, потому что он агрессивный вот такой, знаешь, этот, он же тоже, вот я же вижу, в последнее время он какой-то вообще нервный стал, знаешь, его все раздражает, он, знаешь, он такой прям, вот даже, он даже с нами, в принципе, не общается, привет, пока, знаешь, вот так, я даже вот смотрю, как он сидит за пультом, знаешь, вот там, по-моему, постоянно, знаешь, что-то встанет, что-то, знаешь, что-то такое, знаешь, вот он думает, потому что он прекрасно понимает, что альбом не готов, прекрасно понимает, понимаешь, и он сам парится на тем, что он людей опять подставляет, понимаешь, он это прекрасно понимает, но он этого не скажет. Я не думаю, что второй альбом может быть сильнее, чем первый. Я вот сколько раз приезжала, знаешь, записываюсь, вот мы записываем какие-то пробные записи, знаешь, у нас вот мы хоть одну песню, вот они свели, вот сделали хоть одну готовую песню, которая есть там в радиоэфире, которая все уже, нету ни одной, все только мы пробуем, мы только приезжаем, что-то ля-ля-ля, там эти слова, ладно, завтра допишем, а, это тоже второй куплет завтра, да, и вот завтра, знаешь, вот ни одной песни закончено, ни одной песни нету, ну вот сколько песен мы пробовали, там 3-4, да, сколько мы пробовали? 3. Все, у меня высокие голоса, и 5 ор наверху. Понимаешь, можно же обойтись без этого, понимаешь, это опять же таки принципы Вани. Его же не волнует то, что потом у меня будет с голосом. Его абсолютно это не интересует, знаешь. Он как бы об этом абсолютно не парится. Это будет как, знаешь, сбиатый. А, ну не можешь, все, и как бы забудется, знаешь, возьмет там другой, или там перепоет, там кто-то споет, там, знаешь. И вот это абсолютно как бы, я больше не буду орать, я сказала, как бы. Я в меня это расходила, я говорю, все, опять начинаются эти складки красные, думаю, нахуй. Пусть вот кто-нибудь другой орет, пусть вот Катя орет, там, Вася, Петя, там, кто хочет, пусть берет кого-нибудь, пусть вот за меня там поют песни, если он хочет, я буду рот просто открывать, мне это больше, знаешь, ну, действительно, понимаешь, если я захочу там дальше сделать сольную карьеру, мне из-за Вани себя обосрать.
играть весь голос, знаешь, со второго альбома. Просто, чтобы потом я мама сказать не смогла, знаешь. И все, и что? А Ваня-то будет до жопы, понимаешь? Ваня сделает там другой проект или еще что-нибудь сделает. А про меня он даже, как и про Беату, знаешь, и не вспомнит. Ну, позвонит там, спросит, как дела. Там, да, ничего, нормально. Захочешь — выздороветь, выздоровешь. Не захочешь — не выздоровешь, как он обычно говорит. Хочешь — делай, хочешь — не делай. Не хочешь — не ори, хочешь — ори. Все. Я так ему скажу: Ваня, захочу — не буду орать. Не хочу орать, вот так ему скажу. Все, не хочу орать. Ты же говоришь, хочешь — ори, не хочешь — не ори, там, хочешь — делать. Скажу, не хочу у тебя это делать. Все что-то там делают, и в итоге получается, что никто и ничего не делает. Понимаешь, я как бы вот с Ленкой сижу и говорю, вот папа мне тоже говорит, что вот вы с Ленкой такие вот ленивые. Я говорю, пап, дело не в нас. Что там делать, говорю, каждый день в Поднебесной? Я говорю, просто мне расскажи. Проблема явно не в нас. Я считаю, что проблема в материале, во-первых, что нет подходящего материала. Во-вторых, проблема в том, что у нас вообще все не организовано. Вообще все. То есть никто ничего, никак, никуда. Пока шило в заднице не появляется, никто ничего не делает. Ну что там делать? Ну объясни, ну что там делать? Ну объясни просто. Вот знаешь, я, папа мне говорит, вот вы какие-то с Леной без энтузиазма, как это сказать, ну вот у вас нет никакой там, вот вы не хотите вперед идти там. Я говорю, папа, а что? Говорю, как мы там, говорю, что нам каждый вечер там делать? Вот, говорит, вам сделали проект, почему, говорит, туда каждый вечер там, типа, не ездить? Я говорю, ну, нет, поезди, я говорю, туда. Нет. Просто, знаешь, если есть работа, если была бы каждый вечер, да, Виталик, ты же видишь, когда есть студия, мы всегда с Леной приезжаем, когда какие-то интервью, Саша Тетяня говорит, мы всегда там. Понимаешь, ну, посидеть там просто так и слушать Ванин бред, кому это надо? Ванин, опять, я сам знаю, ты иди со мной, у тебя все там будет хорошо. Ну, кому это надо, Виталик? У меня есть другое мнение, понимаешь? Раньше, да, я очень верила в него и думала, что вот, ну, вот, действительно, человек, который сделал все для того, чтобы мы вышли на тот уровень, на котором мы, ну, боюсь сказать, находимся, находились. Вот. А потом как-то, ну, с тех пор, наверное, как началась вот эта вот непонятная канитель, полное бездействование и сидение на одном месте с одной и той же программой. Когда уже всем понятно, что надо что-то делать, а никто ничего не делает. Когда мы говорим, Ваня, давай писать альбом, давай. И потом еще 2 месяца ничего не делаем. Потом, Ваня, когда мы альбом-то будем писать? Ну, сейчас будем, скоро. Давай, давай уже писать. Ну, давайте, давайте, конечно, давайте. Все, начинаем, скоро начинаем. И еще 4 месяца. И вот так вот уже 2 года. Я иногда сижу и прокручиваю в голове. Раньше я там Ваня, да, вот я раньше Ваню поддерживала, там вот Ваня, вот. Знаешь, я просто вот вижу вот то, что происходит вот с людьми на самом деле. Ну смотри, ушел Галоян в самом начале. Я была за Ваню. По большому счету, кто написал «Я сошла с ума»? Галоян. Кто написал «Покажи мне любовь» музыку? Галоян. Кто написал «Нас не догонят»? Галоян. Он ушел. Таких песен не стало. Ведь он же, в принципе, композитор нашей музыки фактически всего первого альбома, фактически. Там не считая там 4 композиций, 3-4. Ведь в основном все фишки, то есть «Я сошла с ума», хиты, это ведь все его. Знаешь, это все его. Ой. Лена Кипер, которая тоже помогала с идеей «Я сошла с ума». Слава. Ну, она же Лена тоже написала «Я сошла с ума». Понимаешь, раньше я была за Ваню, раньше я, да, правильно, там, Галоян — это козел, там. А сейчас так вот я прокручу, все хорошие люди уходят от Вани, все. Понимаешь? Желание есть записать хорошие песни. Потому что сейчас мы уже не на том уровне, на котором мы начинали, естественно, сейчас как бы и Европа, и в Америке, в Японии и так далее, ну, сам знаешь. Вот. Есть желание как-то все это продолжить, но, может быть, уже не как группа Тату. Может быть, сделать что-то новое. Канал сегодня пребывает в каком-то, ну, в каком-то очевидном разочаровании, потому что они не рассчитывали на такие цифры. И они, я думаю, тоже пребывают в каком-то раздумье о том, как это дальше делать. Просто вот они, я думаю, что для них это сейчас существенный вопрос. Хочется, ну, хочется чего-то нового, хочется что-то поменять. А что, я не понимаю? Я не думаю, что проигрыш с этим проектом находится в их планах. Они не воспринимают это как проигрыш. Нет, это не провал. Это не, потому что, в принципе, то, что ты смонтировал, или то, что мы показали,
это очевидно не про... но это очевидно не то, что до этого было на канале СТС. Ну просто настолько очевидно. Да, поэтому и разница тогда в ожиданиях. Да. Как бы то есть им сейчас. Это меняет отношение к каналу вообще, понимаешь? Хотят ли они этого? Хочет ли канал, чтобы к ним изменилось? Я думаю, да. Если он хочет изменить цифры, ему надо изменить. А иначе он упрется в потолок вот в этот, развлекательный. Знаешь, есть такие люди, которые я сама или я сам знаю, вот как Ваня. Иди со мной, у тебя все будет хорошо, как он обычно говорит. Знаешь, такие фишки там. Прежде всего, первое, я считаю, что нужно выйти нам за рамки исключительно Поднебесной и снимать главных действующих лиц в их лайфе и вне Поднебесной. Я имею в виду тебя и двух героинь. Я думаю, что мы должны всегда с этими героями сюда попадать. То есть мы должны как бы существовать в пространстве и приезжать в Поднебесную. Я представляла себе это так, что будет там идти запись. Вот, там какие-то обсуждения, как спеть, чего там. Ну, как у нас обычно, как мы на студии работаем. Записывать альбом? По тому принципу, который был изначально умозрительно придуман, мы неминуемо каждый раз будем оказываться в точке кипения. Вот. Но, чтобы так вот не было, мы до решения формата и режиссуры, вопросы режиссуры, я беру на себя, ты берешь административные вопросы. Вот чтобы мы не спорили, потому что у меня что в голове весь процесс. Что ты называешь режиссурой тогда? Режиссура – это способ съемки и монтаж. Все. Все. Вот то, что я говорю, способ съемки и монтаж. Вот за эти вопросы отвечаю я. В координации с тобой, в отношениях к каналам, Пекином, а ты гостей, ты все это. Съемка и монтаж. Постпродакшн озвучка – это просто пожелания какие-то. Можно вот сейчас, пока мы не вышли в режим, вот это мы так разделяемся. И дальше мы отлично будем существовать вместе, и никаких проблем не будет. В общем, у Вани, знаешь, у Вани это все перед фактом. То сначала да-да-да, уже люди готовят, судят, делают, а потом перед фактом хер. А вот он не захотел. Он мне не захотелось, знаешь, вот опять же таки, вот я вот не хочу. Твоя мания величия, она была для меня очевидна и до этой встречи. Да нет, я не хочу это делать. Когда ты говоришь там, давай ты будешь гостями, а я там буду режиссурой, это свойственное тебе хамство. И, в общем, тут, ну, это твой стиль жизни, так сказать, на людей срать с 10 этажа. Это психологический прием, это элементарно. И даже так вот смотришь на поведение, это элементарно. Это элементарно, понимаешь, он как бы все, понимаешь, я вижу его поведение, он все делает на уверенности. Ты обрати внимание, он никогда не идет в сторону. Он все делает, у него даже когда он говорит утвердительно. Это мы уберем здесь, вот этот кусок взять, этот присоединить к этому. Я в монтаже, я, понимаешь, я держу все. Вань, да. А ты не хочешь заняться записью альбома? Потому что очевидная проблема заключается в том, что ты не записываешь альбом. Не хочу, конечно, не хочу. Вообще не хочу. Плохо кончишь. Что ты плохо кончишь? Ну так. Перенапряжешься в какой-то момент, устанешь от всего. Я приеду на дачу. Так вот, когда я говорю плохо кончишь, это я подразумеваю следующее. Едешь ты ко мне на дачу и от усталости засыпаешь за рулем и с моста падаешь в Москву-реку. Ничего не так. Хорошо, да, это хорошо, это неплохо. Просто, знаешь, жалко то, что вот так вот все начиналось, и так вот все, если это все закончится, так вот все именно грустно и плачевно, знаешь, на самом деле. Потому что так все это, я прям помню, какой был бум вообще в стране, сколько было людей, которых нами интересовалось, просто все журналы, все газеты, блин, все о нас писали. В Америке мы начали петь, ты же видел, какой успех там, Марти, все такие счастливые, говорят, блин, вот молодцы, говорят, девчонки. Сейчас, блин, все, понимаешь, сейчас все, сейчас и в Москве, блин, все заглушие, в России, считай, альбома нету. В Америке Мартин с нами не работает,
Он и за Ваней, опять же. Выбор есть всегда. Ну вот, либо оставаться и также продолжать заниматься непонятно чем, и идти дальше вниз по наклонной, катиться очень быстро причем. Либо что-то менять, начинать новую жизнь, делать что-то новое и пытаться подняться вверх. Или хотя бы остаться на том же уровне. Хотя уровень, который сейчас у нас в России, меня уже не устраивает. Где и везде, в принципе. Дождались, называется. В общем, я заканчиваю первое образование, потом иду учиться на адвоката и буду работать юристом. Не могу есть, да? Мне тошнит от еды. Вообще. Знаешь, я сегодня блевала, Саш? Нет. Воду пью в комнате, и у меня прямо от воды блевала, вот от температуры. Я сегодня выблевала все за всю ночь. Вчера, началось же с вчерашнего дня. Да? Вот, то есть я выпила колодрок, знаешь, такая вот горячее вино выпила, у меня такое, знаешь, все прогрелось, вот вообще себя нормально чувствовала. И сегодня в 4 часа утра у меня все началось. Просто жар. Японцы же, конечно, врачи даже видел, приходили, они мне все. Сейчас под вечер будет своих, хорошо. Да? Куча свои японского. Да, и сильные таблетки, вон. Все есть, да. Они и для горла, для полоскания дали, и там для сосания, и для понижения температуры. И там, в общем, вот я выпила. Температура будет повышаться и прям. Так у меня сил-то нет вообще, Паш. Я сижу, ты посмотри на меня. У меня вот я сегодня омега-3, вставай, надо на концерт. Я говорю, Паш, не могу. Я даже не ела ничего. А когда, тем более, болеешь, как бы, еще такое состояние, ну а что делать, Саш, другого Паша, варианта нет. От меня есть концерт, еще. Я не вижу это, как бы, варианта. Паша, он сказал, потом что никто не пойдет, я уже отменю концерт. Все штрафы. Ну да. Понимаешь, как бы, это что, надо мне, чтобы потом были какие-то проблемы? Проще выйти, по-моему, и спеть. Очень хочется перед концертом. На самом деле, хорошо, его и так сюда не пускают. Сын, он не имеет права здесь быть, блин, вообще как-то никто другого. Нет, надо с ним встретиться обязательно с Ваней, потому что сейчас мы просто посылаем просто и выходим на сцену. Это неправильно. Нет, это неправильно. Ты отработай, а потом будешь все остальное говорить. Я тебе еще раз говорю. Ну, пап, ну отработай, понятно. Ну как ты сейчас без Вани собираешься работать? Ты вчера позвонил продюсер, который хочет с нами поговорить. Хорошо, я не парюсь. То есть тебе нужно какое-то решение? Все. Чего? Ваня сказал, не парюсь. Все. Ну и все. Психанул, Серёж? Какое тебе дело? Психанул? Работаешь. Ну, думаю, в смысле, что не хочу с тобой разговаривать. Серёг. Да. Ну, начинаем концерт. Мама, Ваня, Вань, просто я... Ну, приходи ты сюда, но мы сейчас здесь поговорим. Приходи ты сюда. Я не очень хорошо себя, Вань, чувствую. Я и так еле сижу уже на стуле. Мне ближе программу отработать и все. Честно, давай лучше ты сюда придешь, и мы поговорим. Как-то зачем мне это нужно, Вань? Надо выступать. Ну, давай ты сюда приходи к нам, мы поговорим. Я понимаю, слышишь, концерт уже начался. Концерт уже начался. Люди слышат, что они идут через зал. Нет, я думаю, что там... Может, ну что? We'll be right back.
Что там снимается? Володь, дай куртку Юльке, а? Да мы вчетвером поговорим, мне это не надо такой компании. Дай куртку. Прости, никогда, никогда не проси. Хорошо.
and not singing. Okay? Сейчас приготовим, поговорите еще. Just wait a second, because we need to prepare. И countdown сделаешь, обратный отсчет. Есть, готов. Давайте, the countdown, пошел.
Мне очень часто от переутомления видно от сцены, она сегодня перенапряглась, мне очень часто... Сейчас, подожди. Нормально все. Все, не брызгай ее больше, Андрей, пусть она уже сейчас... Это уже не первый раз. Она раньше слышит, теряла сознание. Я просто узнала. Она когда худела, она... Настя, сколько она сегодня ела? Она ела рано. Ну, молодец. Видишь, она опять сегодня ничего не жрала, вот она убежалась. Да нормально все. Проверь. Нет, подожди. Сейчас затылок. А лучше чай, давай, знаешь, я сладкий чай. А лучше тебе молочку. Смотри, ты банку отверни. Банка холодная, не отверни. Сейчас я налью ее чай. Воду. Сладкий ее. Отверни ее. Она не пробьется. Махать еще. Холодная вода, я знаю. Не надо будет. Кори, ты найдешь. Кори, Куда я положу здесь? Тут запах какой, она какой-нибудь. Так, давайте все, да, кейка. Да. Поехали. Да. В гостиницу едем, все, быстро. Сейчас донесем. Лен. Сейчас, вот так. Не нужно. Разоело. Нужно. Лен. На сладкого чая, тебе не горячего сделаю, на попей. Холодно? Холодно. Я тебе воду от души сегодня влила, Лена. Волосы даже не брать. Поехали просто в гостиницу. Гостиницу сделаем. Там на глазах у изумрудной публики. Давай, знаешь, что на нее сделаем? Сейчас ей надо... Есть какую-нибудь резинку у кого-нибудь? Там этот краповый. Где? Серег. Да, пожалуйста, Саш. Сейчас мы ей капюшон на голову. Один, а то она вся мокрая, что не заболела. А можем бандан черный? Давай. Е-мое. Лен, не больно? Нет. Что, где надо прям фигачить? Так вот на... Thank you.